Привет, дорогие мои друзья, с вами Воблер и добро пожаловать на канал. Мы продолжаем играть в замечательную игру под названием Stickman Army The Defenders. Наша самая главная задача — не пропустить красный стикмену к нашему президенту, а конечно же его пройти. Сверху у нас будут различные джипы, топорики, и реально будет нам тяжело, потому что чем идем мы дальше, тем сложнее все и сложнее нам приходится в этой игре. Ну что ж, поехали. Кстати, ребятки, если вам нравится игра, обязательно ставьте лайки, и таким образом я пойму, что она вам нравится, и будут чаще выходить ролики, и вообще они будут выходить. Поехали. Так, бежит уже с топориком. Сверху, снизу мы можем, в принципе, его с помощью динамита вырубить. Давай сюда. Вырубили. Смотрите, у нас еще и денежки есть. Неплохо. Мы пока что копим, дабы было у нас больше энергии, чтобы можно было оставить больше стикменов. Самый главный противник против нас — это чувак с дробовиками. Это вот он. Вот он, гад. Я его просто боюсь. Он единственный, который просто пробирается к нашему президенту и убивает его. Очень сложный юнит. Так, тут 75 хватит, чтобы их всех убить, да? Ну, давай сюда еще. Пусть постреляет. С помощью динамита, конечно, так расползлись, если бы хотя бы они поближе были, у нас бы один динамит его и уработал бы. Так, внизу дробовичок уничтожен будет. Тут надо реально поставить несколько. Давай мы сюда, наверное, поставим с пистолетом. Вот сейчас. Давай, взрывай. Бах, убил двоих. Если этот не справится, то мы дробовик поставим. Ой, дробовик, то есть динамит, и мы сможем его убить. Ну давай, Х2. Все-таки неплохо пока что получается. Ой-ой-ой-ой-ой. Так. У нас тут 25 монет. Тут. О, с дробовиком. Давай. Вот здесь, потому что двоих, троих сразу. Давай, уничтожи. Круто. И тут дробовик идет. Ты посмотри, сколько их здесь. Ага, и тут бежит. Ай-яй-яй-яй-яй. Их очень много. Надо внизу поставить. Внизу. Давай, быстрей. Я бы всех завалил бы. Так. Ну, что ж ты так долго-то? Давай. Давай, взорви, всех взорви. И вот это, давай. Ай, этот не смог, смотри, с дробовиком. Проскочит, гад? Как? Как ты? Как ты взял, проскочил? Ой, с динамитом. Динамит уже я не поставлю. Все, просрали мы, ребят, этот уровень. Он все-таки прошел к президенту. И завалит нашего Дональда Трампа. Ну, смотрите, черный стикман президент. Бах в голову ему. И украл конституцию. Жесть, уровень. Это просто капец какой-то. Как его пройти? Вот это зашквар. Они везде лезут. И получается, что у нас денег намного меньше, чем стикманов этих. Так. Ну давай, наверное. Поехали, попробуем. Тактика такая же. Они просто по-разному идут. То внизу идут, то сверху. То есть тяжело предусмотреть, куда они пойдут в этот раз. Так, с топориком. Двоих можно вырубить этих. Сейчас мы их с помощью динамита уничтожим. Отлично. Надо было вот этих чуть сюда поставить, чтобы сделать было свободное. На всякий случай. Так, снова с топориком. Давай, подбираем. Ставь. Здесь он уничтожит. Вот здесь. Давай, выруби всех. Выруби. Троих, а ну. Нет, не смог того вырубить. Этот бежит и бежит. И посмотри, какой скоростной ты. Стикман, а? Внизу дробовик. Внизу дробовичок, а там с топориком. Давай, бей его. Бей, не жалей. Так. Здесь мне надо вот этих двоих сразу уработать, смотрите. Чтобы как раз у нас тут никаких юнитов больше нету. Медленно собирается пока что денежки. Отлично.
Кто там внизу с топориком бежит такой? С флагом даже. Ты посмотри. Угу. Значит, что мы делаем? Там дробовик идет. Снова дробовик. Блин, надо нижнего брать. Вот здесь надо. Чтоб троих сразу вынести. Давай. Снова с дробовик. Да чё вас так много, а? Откуда вы беретесь? Несколько штук. Вы чё, издеваетесь? Сколько вас еще? Да убей ты его. Чё ты его не можешь убить? Он просто... А, фух, завалил. Давай. Ну вот этого надо динамита убить. Надо динамитом, вот этим, смотрите. Потому что этот стигмат не сможет выдержать. Так, так. Здесь динамит закладываем. Бьем, бьем, бьем. Там еще джип какой-то. Джип, джип, джип. Ого, поддержка у них. Стоим. Смотрите, с динамитом идет. Ну, убей этого стигмана. Убей гада с дробовиком. Фух, вырубили. Надо где-то здесь поставить динамит, чтобы взорвать их всех. Или здесь, вот в этом углу, чтобы сразу и машина. Ну давай, давай. И всех сразу. Сейчас посмотрим, что у нас этого получится. Давай, выруби всех. Выруби. Фух, вообще повезло. Реально повезло. Надо сюда поставить еще с пистолетом. Смотри, сюда с пистолетом. Все, у нас уже пистолечки есть. Надо просто расставлять таким образом, ребята, чтобы у нас сзади еще можно было что-то дополнительно поставить. Так. Давай мы сюда поставим. Денежки собираем себе. Энергию. Взрывай давай их всех. Взрывай. Сейчас вообще жесть начнется, мне кажется, с этим уровнем. Ой, внизу сколько их. Стреляет, стреляет наша. Стреляет. Я думаю, что все-таки вырубит дробовик. Давай. Что у нас еще есть тут? Так, вроде бы на X1 идем. Машина. Давай вот здесь постараемся их вырубить. Смотрите, сколько. Как раз две машины накроет. Еще стикмена на скейте. Че ты за... Перепрыгнул. Но ничего, надеюсь, тебя с флешем все-таки возьмет. Какую-то поддержку они взяли. Давайте мы здесь. Ох, красавчик. Вынесли, вынесли. Хорошо. Давай энергии побольше. Давай. Так, здесь, здесь. Берем, берем. Что мы еще можем взять? Здесь, на всякий случай, с динамитом. Вырубил. А почему этого на скейте никак... А, убили его все-таки. Фух, вы видите? Проходим уровень. Жестко. Ну тут уже понты. Мы все-таки сейчас завалим их всех. Этот карате какой-то идет. Что это за карате? У него ничего нету. Смотрите. Карате чувак. Реально он шел к нам. Наш президент вышел в этом уровне. Конечно, не с первого раза. Клон президента. А внизу чувак, смотрите, он вообще какой-то дерзкий. Надо его вырубить. Он в шлеме идет. Он сейчас дойдет и убьет нашего. А ну взрывайся. О, убили шлем. Ой. Фух, ребята, отлично. Кто это за чувак открылся? Смотрите, тоже какой-то ниндзя. Ниндзя-ассасин. За 50 монет. Интересно посмотреть, как он вообще играет с ножами. Так, новый уровень. Новые приключения. Давайте мы что возьмем? Давайте возьмем этого. Вот это обязательно нужен. Пистолетчик, ниндзя-ассасин, и который, я не знаю, блин, ну джип, я думаю, мы возьмем с помощью динамита. Всех взяли. Сейчас постараемся испытать ниндзя-ассасина. Так, и сюда ставим спереди. Внизу нас кто-то нападает, топорщик. Ох, как-то они неудобно идут, то есть как я и двоих не смогу завалить. Ого, а, вот этих смогу. Смотрите. Вот так. Здесь у нас. Пусть постреливает. Выруби. А почему на этого не распространился урон? Слушайте, а что так-то получилось у нас?
что урон не распространится. Не знаю, не знаю. Но этого навряд ли мы убьем с первого раза, да? И там еще внизу. Пошла жара. Давай. Идут. Ого, сколько их идет сверху. Еще кто-то идет. Тут никого нету, в принципе. Сверху у нас нету бойца. Ого-го! Здесь надо так. О, отлично. Вырубили сверху. Сверху тоже нам не помешал бы динамит. Так, а чё мы на X2? Я вижу, что все быстро очень движется, и я не успеваю поставить. Не хочу. Хочу портить. Хотя вот этот, мне кажется, с бомбочкой подошел бы хорошо. Да, уложил их всех. Так, тут мы сможем вырубить, и тут ничего не сможем. Значит, нужно еще с пистолетом. У нас как-то мало энергии, что ли? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, с дробовиком! Ой-ой-ой-ой-ой! Ж ты посмотри, что нам, как нам тяжело сейчас будет. Давай вот так. Он тут взорвет, и верхнего. Да ну блин, давай, давай. Троих сразу, блин, если троих сразу мы взорвем, будет круто. Давай взрывайся. Фух, вообще круто. Что у нас там сверху происходит? Да, какая-то поддержка. Тут поддержка, смотрите. Давайте мы... Давай, давай, заряжайся. У нас сверху ничего нету. И тут ничего нету. Давай. Вот сюда нужен в любом случае динамит. И сверху. Ай! Где мы? У нас и ни динамита, ничего не хватает. Где деньги вообще? Где деньги? Дробовик. Жесть какая-то происходит. Вы посмотрите, как тут можно победить. Это вообще... Он не выдержит. Тут еще и джип едет. Как он может выдержать? Все, этот пролез. Этот пролез. Да нет, президент не выжил. Жестяк, ребята. Уровни реально зашкварно. Вы посмотрите, сколько их, а сколько у нас вообще энергии. Давайте еще раз попробуем, но это жестяк. Бедный наш президент. И мы ничего не заработали. Да. Этот пулеметчик сверху почему-то у меня не работает. Если у вас работает на телефоне, то скажите, что он вообще делает. Зря, мне кажется, я вообще взял этого. А мы можем его поменять. С пулеметами. О, а я ж не попробовал, как борется этот ассасин. Может, он может с дробовиками чувака завалить? Давайте посмотрим. Может, это реально какое-то оружие? То есть, с динамитом в руках валит. Нормально. То есть, ассасина надо вблизи где-то ставить, чтобы он сразу рубил. Сейчас попробуем ассасина поставить. Что он вообще сделает? Он дешевый, в принципе, ассасин этот. Это снова не туда поставил. Давай попробуем ассасина, что он даст. Ого! А, он один раз только рубит. Ассасин рубит один раз и исчезает. Хорош. Хорош, красавчик. Нормально, мне нравится ассасин. То есть мы его можем юзнуть в какой-то нужный момент. Если будет какой-то супер противник, но раз ассасина он вырубил. Хорошо. Нормальная тема. Давай, еще ящики нужны. Так. О, с дробовиком. Ну, этого завалит наш пистолетчик. Пистолетом. Там секьюрити наш. Тут они еще бегут. Вот у нас две неприкрытые. Давай. Бежит, 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 вижу. Бежит, вижу. Давай сюда. Может, троих даже вырубить сейчас. Хорошо. Хорошо пошло. Смотрите. Нам еще одного нужно. Один сундук, чтобы поставить сюда с пистолетом чувака. Давай. Ассасин. Крутая тема, ассасин. И вот еще с рацией. Блин, это чувак с рацией. Он меня вообще кумарит. Он потом вызывает очень много разных юнитов. Надо его взорвать в самом начале. И тут как раз взорвем с дробовиком. Давай, взрывай его. Давай, взрывай их всех.
пока он не вызвал подкрепление. Хорошо. Отлично. Берем, берем об деньги, энергию. Вот я бы сюда сейчас динамит заложил, смотрите. Можно вот так сюда поставить, а сюда сейчас динамит, потому что наш не справится. Давай, давай, давай. С двумя он не справится никак. Хорошо. Смотрите, пока что нормально. Идем тут с динамитом. Тут у нас какая-то машина. Давайте ассасина вырубим здесь. Ассасин! Завалил машину, красавчик. Это с дробовиком, блин. Так, а он, походу, нашего вырубил одного чувака, у которого был пистолет. Вот гад. Вот здесь надо, мне кажется, взорвать их всех. Давай. Неплохо. Еще ящик нужен. Так, мы с пистолетом ставим. О, прилетела. Фея, зубная фея, слушайте. Давай, ну как-то, конечно, мало ты нам даешь. Но что есть, то есть. Хоть и на этом спасибо. А вот эти, ну что-то не активируется. Динамит. Вот здесь их очень много, конечно, вырубили. Так, этого мы убьем. Ассасина давайте мы поставим. Вырубил. На скейтере чувака. Хорошо. Смотрите, пока что идем отлично. И мне кажется, сейчас будет финальный бой уже у нас. Вот так, 100 монет. Так, этот не пройдет. Машины, машины. Сразу вот здесь надо их взорвать. А то они дамаг наносят нашим. Давай. А чё они? Почему они? Давай, взрывай, там сколько машин. Взрывай, взрывай. Давай динамитом. Хорош. Просто красавчик. Так. Ассасин, убей. Не успел убить, он уже подкрепление вызвал. Как ты мог? Так, пока что у нас внизу ничего нет. Что это за боксер идет? Кто это такой вообще? Взорви их всех. Взорвал. Вы посмотрите. Нужен срочно ассасин. Офигеть. Бей, бей его в шлеме. Бей, ассасин. Смотрите, сейчас ассасина сюда поставим. Отлично. Пока что идем отлично. Вот этих надо взорвать с помощью динамита. Дешевого динамита. Карате пацан идет, смотрите. Ай, не там я поставил, то есть он не взорвал. Ладно, вот здесь бомбочку. У нас нету монет для бомбочки. Давай, фея, срочно давай нам энергию, энергию. Часовые. Ух ты, хорошо. Часы мы взяли, смотрите, везде зарядка намного быстрее. Вот этого надо убить, потому что он реально стрёмный какой-то. Снесли. Ох, не туда поставил, блин. То есть я, получается, когда выбрал здесь, уже все. Куда бы я ни кликнул, у меня сразу ставится юнит. Но я думаю, что, возможно, наш президент сегодня выживет. Ну, этот с пистолетами не очень, конечно же, справляется. Но сейчас мы... Там еще в шлеме. И этот в шлеме. А ну, выруби троих. Сможет? Нет, не смог. Но зато у нас есть ассасин. Давай, ассасин. Йоу! Красавчик. Фу, уровень пройден. Ребята, два уровня. В прошлой серии мы 3 прошли, в этой серии 2. Ну реально тяжело. Вы видите, то есть с первого раза не получается. Какую-то тактику. И они еще каждый раз, вроде бы один и тот же уровень, каждый раз по-разному проходят. Так, что это такое? Смотрите, он идет и идет. Ты что такой? Взрывайся, давай. Вот так вот. Ну, прошли же мы уровень. Так, нам открылась лодка какая-то. Как мы на лодке будем плыть? Ну это мы уже увидим в следующей серии. Ну а с вами был Воблер. Ребята, оставайтесь на канале, и вы для себя найдете какой-то новый ролик. Удачи и пока.